Проект «Большая книга. Встречи в провинции» объединил авторов со всей страны. Оренбуржье стало 19-м по счету регионом, где прошла встреча с лауреатами премии. В гостях у творческой интеллигенции областного центра Майя Кучерская и Сергей Беляков. Каждому из них есть о чем поговорить и что представить на суд читателя. Ну, это самая полная биография Льва Гумилева. Это, собственно, были уже о нем книги биографические, но они не полны, потому что они все писались не историками. А я профессиональный историк, и я решил сделать так, как нас учили в университете. То есть историк – это человек, который рассказывает о том, как было на самом деле. И рассказать о жизни Льва Николаевича, о его работах, все, что было на самом деле, да, используя все доступные исторические источники. Вышел мой роман «Тетя Мотя» называется, вот с таким вроде бы шутливым названием, но книга о серьезном, о современной русской семье, о современной русской женщине, как она себя чувствует, как она любит своего сына, как она не любит своего мужа. Все это перемешано, любовь, морковь, страсти и мордасти, а конец светлый. Кстати, в рамках проекта «Большая книга» проходят не только творческие встречи. Как говорится, гости приезжают не с пустыми руками. Мы обязательно привозим книги. Помимо того, что приезжают писатели, мы привозим книги, такие мини-экспозиции. Вот здесь она тоже представлена. Это книги финалистов и лауреатов премии «Большая книга» разных лет. И что тоже очень важно, эти книги, вот 6 комплектов таких книг, приехала в Оренбург, они останутся здесь в библиотеке. Впрочем, как недороги подарки, встречи в провинции для самих авторов – это тоже подарок. Трудно переоценить для творческого человека живое общение, впечатление от новых мест. И кто знает, может, следующая книга писателей будет посвящена именно Оренбуржью. Александр Петренко, Виктор Яковлев, «Новости дня».